настоящее время Назарбаев незаменимый у нас человек. Правильно. Другого человека нету, как Назарбаев. Не только голосами, но и делами поддерживать Нурсултана Абишевича. Мы должны продемонстрировать, что нам хватит сил, прозорливости, отваги не сойти с дороги. Для меня каждый кирпич, каждый фундамент каждого дома пропущено через сердце, через душу. Надеюсь, вы меня понимаете. Главная наша забота – дать человеку работу, чтобы он сам заработал. Создавать эти процессы. Сегодня в Астане мы даем старт формированию евроатлантического, евразийского сообщества единой и неделимой безопасности. У века глобальной конкуренции есть очень жесткий принцип – меняйся или исчезни. Мы прошли самый большой путь за 30 лет. Мы заложили фундамент для достижения новых масштабных целей.